Один из способов знакомства щенка с боксом. Это так называемый экспресс-метод для сильно занятых или сильно ленивых. Но и при условии, что собака хорошо реагирует на бокс. Для щенка этот боксик вообще сейчас ничего, никакой ценности не несет. Она ни разу не была в боксе внутри. Она не знает, хорошо там, плохо, страшно, не страшно. Для нее это пока непонятно. Давай, я просто беру щеночка и мягко сажу его в клетку. И тут же просовываю руку с едой. Тут же. Молодец, козюля. Потом закрыла. Может, сделать так, чтобы было видно, что еще в клетке. Закрыла. И тут же сразу подношу мяско. Кушаю. Закрыла щелчок, что знак, что в закрытой клетке тоже хорошо. И тут же дала. И тут же дала. Теперь посмотрим, понравилось ли мяско в клетке. Чики-чики. Чики-чики-чики-чики-чики. Ей, она уже поняла, что в клетку надо идти. Это просто у нас уникальная собака. Так, уникальный наш щенок. Важно, если ваш щенок сильно сопротивляется, когда вы пытаетесь поместить его в бокс, если у него паника в боксе, вам способ, описанный в этом видео, не подходит. Как работать в этом случае, я покажу другим щенком в следующем видео. Пошла за новой порцией, да, кукуня? Пошла за новой порцией. Вот. Это первое знакомство, ну, этого щенка с боксиком. Тики-тики. Куси-куси. Тики-тики-тики-тики-тики-тики. Выходи. Она уже выходить не хочет. Тики-тики-тики-тики-тики-тики. Эй, патики. И теперь, как всегда, немножко поиграемся. Поиграемся. Знакомство с боксиком закончилось у нас. Поиграемся. Чики-чики. Чики-чики.